Вагит Алекперов, совладелец, президент и основатель крупнейшей в России частной нефтяной компании «Лукойл», принял решение покинуть свой пост, а также выйти из совета директоров. Об этом говорится в сообщении компании. В компании также отметили, что Алекперов не является контролирующим акционером. В прямом владении у него находится только 3,12% акций, а также через фонды ему принадлежат 5,43%, которые не имеют права голоса. Ранее Вагит Алекперов попал под санкции Великобритании.